Пора доставать коньки. В парке у филармонии начали заливать каток. Как рассказали в администрации города, в этом году погода позволила начать работы даже раньше, чем планировалось. К середине декабря лед планируется залить и в других районах города. Уже скоро работы начнутся на улице Павла Корчагина, подрядчик уже определен. Также общегородские катки появятся на Театральной площади, в Парке Победы, Кочуровском парке и парке ЛПК в Нововятске. До конца года на содержание ледовых площадок предусмотрено около 200 тысяч рублей. В следующем году сумму увеличат в 5 раз. Что касается катка в Гагаринском парке, власти постарались учесть пожелания кировчан, говорят в мэрии. В декабре в зоне отдыха также откроют прокат инвентаря и зону общепита. А рядом с катком уже появилась детская горка. Мы планируем здесь фотозону сделать, поставить фигуры светодиодные, то есть создать здесь большую место отдыха большое, то есть аттракционы здесь также будут присутствовать, то есть весь комплекс и сфер услуг здесь мы соединяем вместе, чтобы было нашим гражданам города Кира и гостям было комфортно.